Здравствуйте, уважаемые зрители! Начинаем наш концерт. Концерт класса моего, заслуженной артистки России, преподавателя Российской академии музыки имени Гнесина Татьяны Евгеньевны Печниковой. Просьба отключить мобильные телефоны, чтобы не мешать ребятам исполнять произведение. Жорж Бизе. Ария Микаэлы из оперы «Кармен» исполняет Софья Горбакова. Сегодня за роялем будет концертмейстер нашего класса Евгения Купышева. Thank you.
Хабанера из оперы «Кармен» исполняет Юлия Малевская.
Римский-Корсаков, Ариоза Мезгиря из оперы «Снегурочка» исполняет Даниил Хачатуров. Римский-Корсаков, речитатив и ария Любавы из оперы «Садко» исполняет Юлия Малевская. Thank you.
«Серенада» исполняет Дарина Чижик.
Дуницетти, ария Адины из оперы «Любовный напиток». Исполняет Джоин Ли. Thank you.
Чуя ты, ты любишь.
Альфреда из оперы «Травиата» исполняет Григорий Горбакой. Oh!
Дунаевский. Песенка Пипиты из оперетты «Вольный ветер». Исполняет Линь Дзятун. Thank you.
из оперы «Травиата» исполняет Чэнь Сяоюй и Григорий Горбаконь. Ребят, которые участвовали в этом сегодняшнем нашем концерте. Итак, перед вами Чэнь Сяоюй. Это ассистент-стажер, это уже профессионал, ассистент-стажер первого курса обучения. Григорий Горбаконь. Ассистент второго курса бакалавриата.
Софья Горбаконь. Второй курс бакалавриата. Ли Дзякун. Училище имени Гнесина, четвертый курс. И Дарина Чижик, четвертый курс, тоже училище музыкальное имени Гнесина. Сегодня за роялем была наша концертмейстер, замечательная наша музыкант, пианистка, которую мы очень любим, которую мы очень ценим и которую мы очень уважаем как музыканта. Евгения Пупышкина. Спасибо, что вы были сегодня с нами на нашем классном вечере. Мы ждем вас на следующих наших концертах цикла, который мы проводим, и еще в Шуваловской гостиной 13 июня будет концерт. Но не концерт класса, а концерт наших классов. Некоторые ребята будут принимать в нем участие. Ждем вас. До новых встреч. Спасибо.